Так, будем пытаться запихнуть этот шар в машину. Что для этого у меня есть? Значит, стандартный блок питания. Имеет вот такой разъем. Значит, нашел точно такой же шнур от старой зарядки. Уж не помню, что именно заряжалось на ней. В общем, отрезал. И все это надо срастить с вот этим вот прикуривателем. При этом нужно соблюдать полярность. Сейчас на том конце блока питания надо посмотреть, на какую из ножек идет плюс, на какую идет минус. Точно так же подключить сюда. Вот сюда вот. Тут у меня помечено плюс-минус. В принципе, можно разобрать, посмотреть, где что проходит. И попробую, будет ли оно работать все это в машине. Так, значит, здесь мы смотрим. Вот оно показано, что плюс в центре, на центральном контакте, а минус на боковом. Так, понятно, запомнили. Здесь я уже вот с тестером проверил. На этом проводе точно так же все обстоит. Центральный контакт плюс, он уже красный провод у меня. Боковой контакт минус, он черный провод. В прикуривателе, это я уже проверял тоже. Значит, соединено точно так же. Значит, красный у нас плюс, минусовой провод. Вот он без дополнительной полосочки. То есть сейчас просто я соединяю, и можно пробовать подключить его в машине. Итак, первое включение. Значит, у нас тут пока что вот такие скруточки. Попробую, будет ли работать он в машине, этот шар. Так. Так, допустим, ну-ка. Работает. Ну, в общем, без проблем. Все отлично, как и предполагалось. Шар прекрасно работает от автомобильного аккумулятора, ну, то есть от прикуривателя. Не знаю, видно ли его здесь. Тут просто вот так вот идет. Упс. Ну да, видимо, предохранитель я только что спалил. Ну, в общем, отлично работает. Надо только изолировать, как видите. Наглядный пример. Не стоит делать, как я. В общем, офигенная вещь в качестве светодиодной музыки в машине. Самое главное, только как-то его надежно закрепить, потому что вещь хрупкая. Если где-то как-то шлепнется, то, скорее всего, разобьется. Потом еще и осколки чистить. Thank you.
Yeah.